Ja, Espen. Это яблочный самогон, шнапс, апфельшнапс для Оли. Она хочет все немецкое кушать и попробовать. Что совсем не похоже ни на белорусскую кухню, ни на итальянскую, ни на швейцарскую. А мы ее привели в специальный ресторан. Вот так. Занька, убери руку, чтобы я могла посмотреть. Это запеченное яблоко с грецкими орехами и соусом на основе сахарной пудры и корицы.